Добрый день, мы снова окунаемся в мир Майнкрафта. Всем привет, друзья, это развлекательный канал S&G, меня зовут Слуцкий Александр. И что я вам хочу сказать, нашел, указали мне глаза Эндера, где же наша пещера, в которой должен, по идее, находиться замок. Нам туда, вот такую хренотень я поставил здесь, чтобы не потерять это место, и по карте смотрим, по карте мы именно здесь и находимся, легко было запомнить, дом у нас вон в той стороне. Ну что ж, я очень надеюсь, что все-таки получится у нас в этой серии найти... Ой-о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 й
явно этого не ожидал. Там крипер. Нет? Там трава. Окей, я пересрался просто так. Тут зомби. Так вот, я очень надеюсь, что мы в этой серии найдем пещеру дракона. Наконец-таки. Чтобы начать готовиться уже к битве с ним. Тут крипер, мама, 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 мама. Отвык я от них, а. Отвык. Давайте все тут факелами заставим, а. Это как-то неуютно. Ух ты, а как вода сюда не стекает. Вот это интересно. Вот это паранормальное явление Майнкрафта, ребят. Так. Там еще темно. В этом углу может кто-нибудь появиться. Так, и все, что ли? Вся пещера. Угу. Значит, будем копать, как я понимаю. Так, нам куда-то туда показывает глаз. Ну что ж, хорошо. Только это рискованно довольно-таки. Надо как-нибудь аккуратно это делать. Спуск оставляя вот такой, допустим. Все. Теперь можно вниз. А вот лестницу я не взял. Надо было, наверное, взять. Ведь понятное дело, что мы бы копали вниз в любом случае. Ну-ка. Вуаляшеньки, мы немного не туда пошли, да? Ладно. Берем блоки. Ставим их. И поворачиваем немного вот в эту сторону, как нам показывает глаз. Око Эндера, если быть точным. Так. Найдем ли мы эту крепость? Блин, а как бы хотелось. А то я знаю, что бывают проблемы с этим иногда. Вот прям туда, смотрите. И иногда всякие баги происходят, и невозможно найти ее. То есть возможно, но вроде как другую надо искать или еще что. И это все из-за того, что они полностью рандомно появляются, эти крепости. Поэтому они могут там в какую-нибудь скалу влепиться и так далее. Из-за этого бывают проблемы. Так, теперь я уже очень рискую сейчас, на самом деле. Хотелось бы наткнуться уже на пещеру. Смотрим. Смотрите, чисто вниз. Чисто вниз нас отправляет глаз. Так. Ну, вниз так вниз, собственно. Только я пока ничего не вижу. Вот в чем проблема. Опа, оп-оп-оп-оп, тихо. Тихо, ребята. Смотрим, это уже что-то интересное. Неужели? Да ладно. Это и есть крепость, ребята. Это и есть крепость. Так, нужно спуск организовать здесь нормальный. Я уже кого-то там слышу. Тут водятся какие-то существа, землеройки, то ли еще, или еще как их называют. Подзабыл, если честно, давно об этом справки наводил. Черт. Так, факел не помешает, я думаю. Главное сейчас не умереть тут, а? И надо как-нибудь бы наверх потом
сделать выход нормальный. Но на самом деле не так уж и глубоко мы закопались. Но тем не менее. Так. Здесь нужно организовать выход. Хотя ладно, бог с ним. Организуем выход у портала. У самого портала. В тот мир, где дракон. В мир край. Край? Или как там? Дракон края же называют дракона. Ну вот. Значит, в край. Портал в край. Оп. Это еще что? Надо оглядываться по сторонам, мало ли, кто может нас тут поджидать. Оп. Оп. Здесь никого. Так, а тут... Оп, 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 оп. Скелетончик. Ладно, он был совсем не страшный. Кость нам не нужна. Вот здесь факел. Что это означает? Честно говоря, не знаю. Опа. Кнопочка, вот она. Там тоже факел. А здесь... Ух, здесь спуск. Там зомби. И здесь зомби. Привет. Откуда он появился? Просто так, в темноте? Но тут есть откуда появиться, на самом деле. Так. Слышу шаги. Вот он. Это что сейчас за зависон был? Небольшой. Так, какого хрена вот... Вот вы видите, да? Вот я о чем говорил. Тихо. Тихо. Откуда у вас только здесь, а? Так, это все, конечно, замечательно. Прошу прощения. Но нам нужен портал. Угу. Нам надо как-то наверх подняться все-таки. Как это сделать? А может вниз наоборот? Нет. Тут мы были? Вот тут мы не были. Сколько факелов? Мало факелов. А угля-то нет. В чем проблема? Ох, тут еще спуск. Так. Что за звуки? Что, мать твою, за звуки сейчас происходят у меня за спиной? О, там пауки. Ох, это что такое? Что это? Что это за библиотека? Черт. Тут будут пауки или просто все в паутине, потому что мы... Потому что тут никто давно не был. По-моему, мы отсюда и пришли, да? Так. Да, вот мы здесь зашли и пошли путешествовать. Там я видел лестницу, которая бы нас, наверное, куда-нибудь в интересное место привела. Черт. Сколько темных углов здесь, а? Нужно всегда ходить и быть начеку. Так, давайте найдем ту лестницу и поднимемся. Вот она. Офигенно, ребят. Честно говоря, не ожидал такого. Ух ты, сундучок. Острота 5. Ни хрена себе. Вот это зачарование. Давай-ка вместо пороха. Вместо вот этого вот говна. Ни хрена себе, блин. Острота, я так понимаю, это для меча. Что нам понадобится в битве с драконом. Так, ладно. Подожди, а как мы поднялись?
А, ну вон же лестница точно. Ладно, тут было неплохо. Тут было интересно, но портала я здесь не нашел. Та-та-та-та-та. Ладно. Делаем еще раз. Куда-то туда. Черт. Куда-то туда. Я слышу лаву. Как бы сверху где-нибудь тут. Какая-нибудь ловушки. Какой-нибудь ловушки бы не было. И лава бы на нас ни с того ни с сего не полилась бы. Вот это что за звуки? Объясните мне, пожалуйста. Ладно, давайте подниматься. Я вижу еще один сундук. А тут у нас с тенями проблемы, да? Ой. Это я не то сделал сейчас. О, да ладно. Что это у нас тут? Это у нас... Твою мать, это что за... Что за дерьмо? Вот они, эти землеройки. Или как их там? Так, ну они вроде как не опасны. Блин, тут лава. Не-не-не-не-не-не-не. Тут интересное место, я его так просто не прокакаю. Все, лава, уходи, 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 уходи. Тут еще лава. Давайте его так закроем лучше. Да ё... Вот эта хрень, да? Из-за нее все. Давайте ее уберем. Да ладно! Мы нашли портал, ребята! Мы нашли портал! Мы сделали это! Так, все, тихо, закрываем. Мало ли кто тут придет. Тара-тан-тан-тан-тан-тан. Тара-та-та-та-тан-тан. Теперь просто делаем вот так. Блин, боюсь свалиться в лаву, если честно. Давайте с шифтом походим. Тихо. Оп. Да. Заработал. Портал заработал, ребята. Там вроде никого. Ну что ж. Я думаю, можно заняться здесь теперь организацией выхода наверх. Где мы по карте? Угу, под водой. Интересно, как мы будем выходить. Наверное, вот в эту сторону надо тогда копать. Ну что, начинаем? Где-то лава рядом. Вот это меня пугает и страшит. Лава вон там, конечно, есть, но... Это не то, чем где-то еще слышу. Так, вам, возможно, сейчас будет что-то не видно. Точнее, ничего не видно будет, скорее всего. Но мы копаем к выходу, я одно могу сказать. Так. Так, здесь можно факел поставить. Что там по карте у нас? Приближаемся к берегу, это хорошо. Главное, чтобы вода сейчас не ливанула, потому что будет прискорбно. Ведь все факелы затушат. Все факелы затушат. Так. Нет, пока не буду. Здесь можно. Скоро факелы закончатся, кстати говоря. Это не очень хорошо. Собственно, все, факелы закончились. Нам теперь нужно сделать новые. Сделаем это. Ай, это не уголь, это кремень. Черт тебя подери.
И как же мы тогда? Ладно, копаем пока. Так. Может, уже скоро выход? Я очень надеюсь на это. Когда конец, блин, когда? Земля, когда? Когда земля? О-о-о-о-о-о, тихо. На что-то это похоже. Опа, ребята. Там выход. Именно там. Ай-яй. Лишнего срубил. Так, тут уголь у нас есть. Отлично. Прям как раз кстати нам. Давайте угля. Собираем сейчас. И мы в эту пещеру, да, получается, вышли? Да-да-да-да-да. С которой начинали. Почему уголь не берется? Блин, нафиг мне гравий. Уголь возьми. Так. Кремень, иди отсюда. Факелы. 64 факела, отлично. Так. Ставим факел вот здесь. А вот здесь. И самое главное... Не-не-не-не-не. Надо прям вот, чтобы наверх шло все это дело. Но по карте, куда это все идет? Ну, вроде как, не в воду. Вроде как, не туда. Так, у нас теперь есть 62 факела. Я думаю, мы можем продолжить. Делаем вот так и продолжаем делать лестницу. Если что, найдем и с этой стороны вход. Так. Вообще хочу от дома провести как-нибудь сюда вход сразу же. Было бы удобно. Во! О! Где это мы оказались? Где это мы с вами, ребята, оказались? Вот теперь мы точно в первоначальной пещере. И тогда мы с вами поступим следующим образом. Сделаем из факелов такой указатель. Нет, 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 нет. Из факелов сделаем указатель. Вот такой вот. Раз, два, туда. Также еще вот здесь. Туда. И, допустим. Ой-ой-ой-ой. Майнкрафт, что с тобой? Не лагай. Что это было сейчас? Да что ж такое? Давай аккуратней. Что сейчас еще вылетит? Вот будет беда-то. Во-во-во-во-во-во-во-во. А вот теперь надо понять, как... Да нет, тут очень сложно не найти. На самом деле. Ну, подождите. Давайте найдем... Вот, наш подъем. Это же наше обозначение? Да, 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 да. Оно самое... На дворе день, это хорошо. Так, обозначение есть. Теперь надо связать эти два перехода в один. Можем сделать это с помощью булыжников. Так, нет, нам не туда. Вот видите, уже начинаю блуждать. Во-во-во-во-во-во-во-во-во, вот он. Так. Черт, 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 черт. Вот так вот делаем, вот так. Та-дан, 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 та-дан. Оп, оп. Та-дан, та-дан. Оп, 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 оп.
Таран-тан-тан-тан-тан. Оп-оп-оп. Таран-тан-тан-тан-тан. Оп. Тан-тан. Оп-оп. Тан-тан-тан. Оп. Ах ты, еще. Еще можно вот так вот. Я опять не туда вывел, кстати, дорогу-то. Ведь у нас вот сюда она выводилась. Ну ладно, если что, там пойдем. Лишним не будет, наверное, да? По-моему, слишком много указателей. Это то же самое, что их нет, да? Ну да ладно. Вот дорога, 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 дорога. И вот сюда. Раз. Два. Ну давай. Три. Опять немного не так. А можно вот так сделать. Во, все. И опять немного не так. Черт, что ж я упарываю с мелочами-то сейчас. Тем не менее. Ладно, пусть будет так. Потом, если что, исправим. То есть, идем мы такие. Вот давайте представим. Идем мы от дома. Ну, это место я помню, и на карте оно уже у нас обозначено. Находим эту хреньку. Залетаем внутрь. Идем по булыжникам, 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 булыжникам. Хорошо, теперь все вниз, 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 вниз. Башкой долбимся, 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 потолок долбимся, долбимся, долбимся. Шишки набили, 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 больно, больно, больно. И оказываемся у портала. По-моему, замечательно. Разве не так, ребят? Увидимся. Увидимся в следующей серии, где мы уже начнем непосредственно подготовку к битве с драконом. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк, если понравилось, конечно. Ну и оценить видео комментарием отдельным. А также подпиской на канал, если не хотите пропустить нового. А также понравился наш канал, наша деятельность. Всем пока!